почти каждый день мы на выезде. Ну, конечно, на машине это самое эффективное, потому что, например, даже в недалекие города рядом со Смоленском автобус ездит один раз в день только туда. Больше 350 километров в день, наверное, если в среднем вот так вот поделить. То есть пробеги такие большие. Телефон мой, он со стеклом, все, он работает, все. О, отлично. Я все удалила, зарядное к нему, все хорошо. Спасибо. Не все рабочие. Это хороший телефон. Треснутый, я сама пользуюсь. Я вам пришлю фотографии с детьми из телефона, что я их отдала. Машины снимаем. Не-не-не, мы занимаемся помощью детям-сиротам. И вот девушки нам дали телефоны, чтобы они могли разговаривать с родственниками, с родителями. Вот, так что. Основная цель – это как какая-то сверхидея. Вот. И сверхидея заключается в возвращении ребенка в свою позитивную кровную семью. Здравствуйте еще раз. Тогда вам расскажу немножечко. Наш фонд проводит исследования по поводу того, как вам было, когда ребенок был в интернате, и как вам было, когда он вернулся в семью. Это сделано для того, чтобы если разнообразить наши... Если нам удается возвратить ребенка в семью, это как бы вот выполнение этой сверхидеи. Держи. Знаешь, кто это? А? Знаешь? Ладно. А вам нужна куртка? Ой. Тяжелая. Там молоко. Там главное, чтобы вот это не было. Поступил сигнал о том, что ребенок давно не может найти родителей. Он находился в приемной семье, в другом государстве даже, и вернулся в детский дом, потому что там произошла депортация, но там что-то такое, сложности с документами. Ну вот у нас написано «Улица Мира». Дима, но нет, это... Дима – это сын, а, вот, сын, мы ищем родителей его. То есть это вы слышали? Оно от деревни. Моего мужа дядька. Да вы что? Да. А вы, может быть, знаете их телефоны, если мы сейчас их не найдем? Тогда, может быть, мы просто им дадим телефон ребенка. Спасибо большое. Опа, дочь. Да. Все кругом родственники. Это визитка была очень крупная. Приведите что-нибудь. Мне Дима попросил вас найти. Потому Дима? Что, да, он пытался с вами связаться, но я позвонить. Сколько раз пробовал звонить, в этот момент недоступен. Мы нашли родителей Димы. Можно ли нам с Димой поговорить? Можно, да, Дима здесь, сейчас, секундочку. Привет. Попробуй. Как ты? Ничего, солнышко мое. Я нормально. Нормально? Так вот, соскучился очень сильно. Thank you.